Здравствуйте, уважаемые друзья и участники интерактив-клуба стендового моделизма «Масштаб». Сегодня хочу вам представить обзор модели BMP 2D от фирмы «Звезда» в 35-м масштабе. Так, первое, что у нас попадается, это... Так. Далее инструкция на русском и английском языке. Низ корпуса. Следы толкателей находятся внутри. Два пенечка небольших, но они срежутся. Далее литник сверху корпуса и башни. Также следы толкателей находятся внутри. Облой на данном литнике не замечен. Далее у нас в одном пакетике сразу несколько литников. Так, тут катки. Ну вот тут небольшой обой. Следы толкателей находятся внутри. Вроде дальше все чисто. Следующий литник. Тут все чисто, следы толкателей находятся внутри. И далее у нас два литника с гусеницей. Но они чистенькие, без уплая. Все, спасибо за внимание.